дедушка. Как? Смотри, надо вот эту клеточку подвинуть вверх, к небу, да? Вот так, нажимай. Так, молодец, посильнее. И теперь сделать красный кружок. Нарисовал красный. Красный. Так, хорошо. Получается, вот. А теперь нажимай кружок. Вот так. И смотри, рисуется солнышко, ты видишь? Ага. Само рисуется, да? Что мы еще нарисуем? Убери эту клеточку. Давай уберем. Так, а теперь что нарисуем? Нажимай. Теперь? Треугольник. Давай, это будет как будто песок на машине. Давай, вот это. Давай. Вот так. Посильнее. Вот так. Не удивляйтесь. Уверяем вас, что это не просто детская игра, забава, идут серьезные исследования. Яслисад 1623 Гагаринского района выбран учеными не случайно. Учреждение-то новое, и помещение для компьютерного класса выделено большое. Художники поработали здесь на славу. Яркое цветное панно, мебель по индивидуальному заказу и, конечно, основа всего эксперимента – компьютеры. Их здесь 10. Это целый многофункциональный комплекс, состоящий из обычного телевизора, магнитофона и процессора БК-0010. Нужно отметить, что все техническое и программное обеспечение эксперимента отечественного производства. Для того, чтобы создать все это, потребовалось усилие нескольких организаций. С нами работает в тесном содружестве НИИ дошкольного воспитания, а также несколько предприятий нашей отрасли, те, которые производят телевизоры, завод «Свет», те, которые производят компьютеры. Нами двигала еще основная цель – это создание программно-технического комплекса, который позволит любым детским учреждениям в дальнейшем получать готовые средства для использование компьютерной техники в воспитании и развитии детей, которым надо привыкать ориентироваться в этом новом компьютерном мире. Эксперимент в детском саду только начинается. Общаясь с машиной, малыши учатся считать, мыслить. У них развивается память, пространственное мышление. Но все это происходит для них незаметно. Они так ловко управляют машиной, что порой, проявляя смекалку и находчивость, обманывает компьютер и весело смеются, не подозревая, что ученые внимательно следят за их реакцией, поведением, самочувствием.